Ну что ж, ребят, подходит к концу моя прогулка. Сейчас я сяду под вентилятор. Что-то не прохладит. Знаешь, я поймал один кусочек прохлады, когда вон там, шел под веб. Там была земля такая маленькая, низинка, и там я поймал прохладу. Ну, сейчас она будет здесь. В общем, перспектив никаких. Радости никакой. Сейчас единственная радость — это полежать. Может быть, еще кое-что связанное с нижним этажом. Сам себе сама, как говорят, говорили про смесь передачи «Я сама» и «Сам себе режиссер». Эти обе передачи канули в лету. Вообще, я уже говорил, моя единственная радость — это еда. Но что-то я уже сегодня споел. Мне как-то уже прихватил желчный пузырь нехорошо. В общем, все это нафиг надо. Сейчас надо будет на скрипке поиграть. Потом пораньше заснуть, потому что завтра поедем в Москву. Надо как-то встать какое-то приличное время. Ну, не обязательно очень рано. Так, съездим. Конечно, я говорю еще раз, что в Москву ехать ни одному мне не выгодно, потому что я не могу снимать, но тут мне тоже надо как-то легализоваться немножко. То есть, если я везу в Москву маму, то он на меня уже так косо не смотрит. Да и потом заправка будет за ее счет. Ну, она и так за ее счет. Но иногда я не успеваю, приходится самому заправляться. Так что, в общем-то, это все неплохо. Дальше. Ну, вот я говорю, что мне нужно будет завтра уломать Максима на интервью стоматолога. Если мне это удастся, это будет классно. То есть два интервью мы запишем с двумя прекрасными мужчинами. А дальше я уже буду думать, что. Еще раз говорю, что у меня такая есть отдаленная цель — Максима Дунаевского закадрить на интервью. Но для этого я уже должен быть более матерый. И это, как говорится, он классик. У него гигантский и непоколебимый социальный статус. В общем, тут надо будет, ребят, внимательно подготовиться. Вот это самый лучший дом для меня. Самый лучший дом. Думаю к нему напроситься в гости, но про него все говорят, что он сумасшедший. Представляю, про меня, наверное, то же самое говорят. Надо будет с ним познакомиться. Ну, хотя не исключено. Я-то не являюсь сумасшедшим в каком виде, а вот у людей это случается. Вот. Тут я сплю, вот тут моя кровать. Там стоит компьютер, там вот это, ну что, вот там у противоположной стены столик соломенный, вот тут у той стены стол. И как я это уже давным-давно мечтал, вот эти елки, они вот, они были, ну, полметра высотой. Их посадили в 2007 году. Вот. Это им еще макушки отстригли, ребят. Они были бы в разы выше. Так что так, ладно, заходим.